Твою мать! А хер там плавал. Hey, а меня Гличтом. И добро пожаловать в Хардстоун. Ну что ж, ребята, сегодня у нас потасовочка. Колоды, общий сбор. И сегодня у нас будет прям... Ты играл, кстати, в эту потасовку? Нет, я вот первый раз зашел. Сейчас ты посмотришь, что же предоставили нам Blizzard. Наверное, эта потасовка уже была. Но я играю в нее первый раз. Ну типа в плане, что я ее пробовал уже. Но сейчас буду играть первый раз. Ну что ж, я выбираю себе класс. Тоже ты выбрал класс. Сейчас у нас, я уверен, будут одинаковые, да? У меня паладин сейчас. Нет, не одинаковые. Ты охотника выбрал? Да, я выбрал охотника. Потому что у меня квест. У меня паладина квест. Здравствуйте. Итак, смотрите. Тут написано, играйте себе. Играл, да, в это? Ну, по-моему, да, подожди. Я точно не помню. Вроде играл. Опа, вот это давай. А, да, играл, все, играл, все. Играл, ладно. Петухи не доделаны. Хм. Не, я именно в эту, блин, чё-то не консиднул. Вот так, отлично, все. Давай, my friend. Ваш ход. Выбирайте, какого петуха взять, да? Ну, что там? Можно и так сказать. Подожди, подожди, дай. Дай я подумаю. Дай подумать. Ты так долго смотри, думаешь, что сейчас, делать? Ну, если я сейчас закончу ход, то ты снарядишь ее хпшкой? Нет. Че, нет? Не буду я так делать. Отвечаешь? Да. За базар несешь ответственность? Давай, бля. Ну смотри у меня. Атаку увеличи, бля. Наебал, конечно. А, блин, твою мать. Тут вся рука меняется. Ну? Забыл? А я думал, типа, только это забить. Как дела? Дебил, короче. Шо съебало? Да, нормально все. Да, какую курицу думаешь? Какую выпустить? Вторую, третью или четвертую? Сейчас, подожди. Так долго думаешь? Ну-ка. Курица. Монетка, да? Нет. Зачем, слушай, лошара, по-твоему? Да. А, стоп, вернулась. Что за херня происходит? Подожди. Смотри, объясняю. То, что у тебя было в предыдущей руке, оно замешивается в колоду. Вот так, и так до бесконечности. Вот это, конечно, имбаланс. А давай вот это возьмем. Жопа мамба надирала. Ну, у меня сейчас, в принципе... Ой, сука! Нет, я потом выпущу. Потом я это сделаю. У меня просто есть одна идея уже. А, не, все нормально. Все, тогда я его выпущу. Все хорошо. Этот парень у нас вылупится. Правда, есть вариант, что плохое что-то будет. Ну ладно, я попробую в любом случае. Смотри, Дон Хачо что делает, бля. Жду приказания. Ну что ж, Дон Хачо. Ну и чё ты мне покажешь? Чё? Ну чё ты мне сделаешь? Чё? Давай, ты скотина. Курица. Нет! Ну там 8-2 это было, сука. Сколько? 8-2? Да, саблезуб был 8-2. Но на 1-1 призывает Барнс, блядь. Я вот думал, что типа, если я призову Барнса, то он мне вытянет как раз таки это саблезубы. Но он вытянул. Но я забыл, что 1-1 будет у меня этот саблезубы. Ребят, чё взять, это или это? Да они сейчас в комментах тебе напишут, блядь. Ну, я поэтому и спрашиваю. Ты прям увидишь. Ебантес. А, я не ударил, мисплей! Хачила, мисплейнул! Что приказание? У, сука, мисплей. Сейчас 100% какие-нибудь умники напишут то, что я сейчас сказал. Что, что мисплей? Да, хачила, мисплейнул. Ну, чё ты сделаешь? Давай, чё, давай. Чё, дурачок, что ли? У тебя много, да, этих куриц? Сколько тебе дела, да? Да. Так.
Вот сейчас хорошая на самом деле у меня рука. Хороший. Очень хороший. Сколько у меня уже? 9 карт уже. Давай. Какой нахер мурлок? Ну вот такой там классный мурлок. Вот это вот имба, братан. Ну-ка. Демонстрируй. Прячьтесь по домам. Сейчас, только, блин, жалко, у меня нету этого. У, сука. Да. Так, my friend, are you охуел там? Как тебе, братан? Are you охуел там? I don't охуел. Ну... Сука. Давай, чё ты мне покажешь, а чё? Думаю, ну... Ну, давай. Ты скотина, смотри, что делает, ах ты петух. Вот петух, блядь. Ну, курица. Ничего, ща, подожди. Смотри, сейчас что я тебе покажу. Я думал, как-то на самом деле божественный щит снять, но... Так. Что там? Вот это, наверное. Ну, вытягивай, давай. Пози, ты охотник. У тебя, наверное, будет оружие, да? Поэтому это опасно делать. У охотника оружие разве есть? А, луки. Давай вот так. Не надо. Да, пожалуйста, прав, не надо. Спасибо. Что приказать? Все, нормально. Сука, просто так. У меня потом еще есть очень крутой одна техника, и поэтому... стоп, какого хера? Шо? Ох ты, мразина. Кто я? Да не ты. Я про колоду. Она мне одну карту зажмет. Ты скука, а? Потаскука. Ну, чё ты сделаешь? Что делаешь? Чистит стол, какой молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, так вот. Ой-ой-ой, только, братан, ты меня, конечно, извини. Так, за что? Ну, блин, знай, я это не спецом. Еще там это, вытащишь какого-нибудь. Пожди. Ебать. Этот, 8 карт, за 8 маны там, типа, хили тебя до хрена, 3 карты еще берешь из колоды, да? Так. Да ну тебя на... Да, так. Блин. Там раз бесит, убери ее, пожалуйста. Ей божественный щит, да? Ну да. А. Да, скотина! Ишь! Ну все, считай, следующий ход ты просрал, братан. Скотина! Петушок. Ладно. Зря я не взял ту карту, где она ломает оружие. Ну ща, ничего страшного. Я просто тебе сказал, что я типа ты не знаю про оружие. Ты готов узрить это? Ну-ка, демонстрируй. Ладно, мне. Возьму две штуки их. Так. Амено. Что там? Привкус хуя во рту у меня почему-то. И плюс 5 хп. Уф. Пизда, деду. Кайф, бесконечность, не предел. Деду пизда просто. А, он еще каких-то гномиков, да? А, 2-2 гномиков. Если под вашим контролем... А, да. Так, деду пизда, ребята. Деду тупо пизда. Ну-ка, чё ты мне покажешь? Ясно. Пам, 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 пам. И все в лицо идет? Да. Серьезно? Не, серьезно. А, не все. Найс, красавчик. То я, да, красавчик, это я. Да. Ну, наша партия, знаешь, такая ламповая, сидим, думаю. Как бы разъебать тебя. Все сидим, смотрим, наблюдаем в таверне. Все сидят, смотри, сколько зрителей. Обернись! Иди нахуй, я думал, он говорит. Он говорит, ледяной! Он говорит, ледяной трон взывает ко мне. Я думал, иди нахуй. Тупо сам решил, иди нахуй. Так, нет.
Прячьтесь по домам. Скотина, выстрел, да? Сначала надо было тебя двоечку призвать, потом... Ну, пидарас, я тебе могу сказать. Ну, сука, это же пиздец, блядь. Как дела, братан? Ну что мне, я сейчас про... Это проёб? Ну чешу. Да, это проёб. Ну эта дуэль явно быстрее, чем прошлая. Я думаю, потому что одной дуэли нам не обойдется все это. Да, ну не знаю, не знаю. Гиена. Гиена, гиена. Ты в курсе, что у меня следующий ход летал? Ты в курсе, что следующий ход хуся с ним брать? 4, 5, 10. Не, не летал нихера. Ну то я так, думаю, так, значит, летал? Первым убиваем ги... Ах ты скотина! Пучеглазая, а? Это я, кто не понял. Ледяная скорбь. Ледяная мразь. Ну? Моё солнце. Как бы... Чё? Ну, ебало немного болит. Ну, будет болеть. А лучше бы убивал потом уже этого дробителя. Джонни, их уже двое. Я понимаю, блядь. Я нихуя не могу сделать. Оооо. Чё мне пришло? Пизда, деду, ладно. Только не ливай, пожалуйста. Только сегодня страшная сказка. Не ливай, пожалуйста. У меня нету летала на столе. Да-да-да, нету летала на столе. Собака. Ну да, собака. Подожди. Ну, по-любому вот это. По-любому вот это. Ну чё? Ты у тебя будешь сейчас летать, я тебе отвечаю. Да откуда? Сейчас что тебе за секрет, скажи? Я, конечно, скажу тебе, что за секрет. Ладно, блин, тебе чё жалко, что да. Твою мать. Джонни, знаете, кто мне выпал? Кто? Ещё до камеры. Тирион. Кто? Тирион. Я не ебу, кто это. Ты что, дурачок? Да иди ты нахуй, а! О мой господ! Я летал, просрал! У меня же оружия нету! У меня нету оружия, твою мать! А хер там плавал? Иди! Убери! Убери! Пидорас, бля! Хороший из меня актер все-таки. Хуело, блядь, а. Изи, я еще думаю, ну, ну он не просто так там держит эти маны, блядь. Ладно, давай еще раз, так как говорится, давай. Вторую хуйню. А зачем ты отменил? А, это там типа дальше продолжение наше было, я не знал. Ладно, сейчас возьмем друг. Отклонять, ну отклонять дальше, блядь, не понял. В смысле, нет, стоп. Отклонил. Все, я знаю, ну эту я уже просру, наверное, 100%. Почему? Просто я за этот класс никогда не играл. Ну как, играл, но так, знаешь. Вот с тобой как раз таки играл за этот класс, ты уже догадываешься, кто это. Не особо. Кулдан. Чернокнижник. Кого ты взял? Горош или кто? Маг? А, серьезно? Да. А че, я первый начинаю? Ну да. Как говорится, а, гость да. Стола у нас начинает первый. Вы берете новую карту. Ты хочешь взять новую карту? Блять. Перебить ему разок. Братан, с бара перееби ему, пожалуйста. Чего? Бармен, перееби ему. Так, тут что можно? Ну...
Чё, ну? Чё, я как-то долбоёб сыграл. Я как долбоёб сыграл сейчас. Почему? Ну я получил три в лицо, блядь, и ты сейчас курицами сломаешь моего демона. Ну да. Беса. Деградес. Когда, блядь, за яйца дернули Глича. Подожди ты, Джонни, если ты это увидишь, ты охереешь просто. Ну я увижу это рано или поздно, наверное, блядь. Да, но это будет еще не скоро, так что терпи, братан. Я должен терпеть. Не трогай свечу. Я что, терпела? На, нахуй. Блядь, Джонни, знаешь, что достал? Хуй, блядь, на стол вываливает, блядь. Видел, что я достал? Монету? Да. А зачем ты? Я все монеты проебал. А зачем ты это сделал? Да ладно, насрать, что такого. Давайте сделаем так. Ах ты, пиздобразие, а. Прям, можно было... Да, надо было так и сыграть. Сука, зачем? Почему я не сыграл беса, пиздец? Надо было беса сыграть. У тебя еще один бес. Тот же самый, у меня он замешался же в колоду и обратно. О, слышь, а это крутая карта. Ну и ваш. Мне страшно его делать. Так. Расслабься. Вот так вот, значит, да? Да, да. Интересно. Так сказать, учбек. Хачбек, блядь. Ага. Я хочу хача, хача хочу. Слышь, а это, кстати, имба в этой подошёвке, эта карта. Типа, всегда хил есть, это вообще жесть. Бы жесть! Ну ебаш, my friend. Ту-ту-ту. Это говно. Ты про себя, надеюсь? Ту-ту-ту. Так, долго думаешь, раздумываешь. Так, смотрим, смотрим. Так. Курица на месте. Сука. Ты что думал, что я буду делать? Слушай, ты меня не оцениваешь. О, что ты там взял так быстро? От самого Казакуса. Кристалл! У-у-у-у. Ну все, капздец. Ты чисто маг, да, у нас? Сделаем так. Зачем меня призвали? Зачем меня призвали? О мой господ! Давай. Перекрестись, окстись, тварь! Аспачо, давай, блядь. О, вот это хороший. Ох! Неплохо сыграно. А я ничего не буду трогать, а то ты еще там красиво размениваешься. Так. Посмотри на у этого чайника зубы такие прелестные, прям вообще. Сука, я бы хотел взять Казакуса. Я бы хотел дать тебе по пизде. Да? Ну да, да. Удачи, как говорится. Ну я всегда хотел, но не решался, так сказать. Ты будешь херню сделал сам? Ты очень плохо сыграл. Ты уверен? Да. Тебе надо было 3-2 убивать, 3-3. А, или у тебя есть еще пару, чтобы убить. Да блять, ну чё мне в лицо все летает? Все в лицо, блядь, прилетело. Отлично, блядь. Пидорас, блядь. Ёб твою мать. Давай, блядь, еще повыебывайся там какой-то охуенной картой. Брать эту карту, Джонни, это в рот, главное, бери, блядь. На фортуну меня выведет эта карта. Я сам себя убью. Интересно. Так. Юбью. Вот эта карта? Не, ну я не взял ту карту. Ну у тебя топ-дек, просто смотрю, блядь, ты взял эту. Мне просто стало страшно. Не трогай свечу. Это чтоб ты ее не убил этим похищением. Так. Ну, понял, think about it. Тут, в принципе, жаль, что две сразу нельзя брать. Нихера себе ты захотел. Невероятная находка! Хватит завизжал. В смысле сбрасываете и... А почему... Что? Почему она не заработала, блядь?
когда вы сбрасываете это существо. Это существо, блядь, улетело. Дебил, ты вот этого королеву Завоса надо скинуть. Пиздец, блядь. Она потом вернется тебе в колонку. Вот я децл, блядь. Согласен. Не прочитал нормально, блядь, название карты и выёбываюсь. Бля, в принципе, пиздатая карта тогда. Ну, она мне в любом случае замешана в колоде, поэтому... Я не знаю, что из этого получится, ну давай. Блядь. Дароу, дароу, чё, как жить? Хорошо, да? Надеюсь, повезет. Надейся. Ёб твою мать, надоел. Давай, хорош. Так, делаем так. Кристалл от самого Казакуса. Охуенно. Хотел, какую карту хотел сейчас в первом, ну, грубо говоря, мулигане вытащить две карты. И они сейчас у меня как раз таки есть, эти две карты, которые я хотел. Ебать. Ходите, мой френд. Ходите. Я предвкушаю... Вкусный хуец, блин. Расслабь. Да ты заебал. Мы на празднике. Осторожно. Они кусаются. Так. Значит так, вот, значит вот так, да? А, вот так, и чё? Ну тогда мы сделаем... Блядь. Надо подумать. Ну давай. Короче. Остаешься? Не-не-не, подожди. Я должен сейчас не замисплеить. Да ты и так замисплеишь. Смотри, Джонни, какой красивый Гул'дан. Посмотри на его аватарку. Видишь? Иди очень нахуй. Красивый, да? Нахуй пошел. На погибель посмотри. И таверна, таверна. Смотри, как горит таверна. А карты, смотри, какие у тебя, как ты прям, по-моему, сценарию сыграл. Красавчик. Так, блять, я же мог забрать эту карту. Удиви меня! О, ну ты красав. Только ничего, что она мне все равно даст в конце моего хода карту. Ну-ка, ну-ка. А я думал, ты сам себя ударил, я охренел. Тупо, блять. Ничего ты делаешь? Шо? Ты такую херню сделал. У меня нет времени, у меня не было времени на раздумье. Джонни. Что? Такую херню. Что сейчас почему будет? Почему ты не кинул похищение жизни? Я знаю, туда? я говорю тебе, я тупанул, блядь. Ты не тупанул, ты проебался просто. Да, да, да. Здоров, здоров. Ты живой там, блядь, или что? Или что? Можно или что? Ну-ка, удиви меня. Там давай огромное существо выстави, как обычно, как скотина сыграй. Ну, давай, давай, сволочь. Ну хотя бы... Зачем меня? Ты что делаешь? О, ну вот это... Ладно, ладно, молодец, молодец. Ну тут, конечно... Блять, все. Фортуна... Не, я лучше фарту сделаю так. Фарту пластика уехал. На всякий случай. Все, фортуна поехала. Ты скотина. Как мне повезло, один урон так в лицо получил. Фух. Так, это мне не понравилось. Хе-хе, ну это тебе, а мне понравилось. Ту-ру-ту-ти-ру-ру-ру. Так. Фиксирую. Не потанцуем, не, мы не будем танцевать. Эшкири! Чего? Ёб твою!
твою мать! Я что? Просто профи, профи демонов. Ты? Давай, сука, давай. А, у тебя 6 хп? Ты скотина. Ты живой? Да. Ну, я думал, что похищение жизни можно на тебе использовать, не но... Ненадолго. Надо было сначала похищение жизни использовать, потом... Бля, сейчас... Долго. Сейчас будет плохо. Бля. Сука, я не могу терпеть. Делать блядь. Это, ребят, нет, делать нет. Я думаю, может, не надо. Ладно, давайте вот так. Вот так. Так. И вот так. Ну ладно, последок вот так. Ваш герой получил... Ага, понял. Сейчас мне такой, блядь, просто голдфиш должен быть, блядь. Пиздец, а чё к моему хп... Блин, я походу просрал. Если ты сейчас это... Нет, ты не можешь фортануть. Не говори, что тебе фортанулось. Ну не можешь быть, что тебе сейчас выпадет огромное существо, это нереально. Нет, Джонни, не ставь огромное, я тебя прошу. У меня на столе потом ничего не окажется. Не надо. Хочешь? Ладно, ставь. Давай. Там какой-нибудь говно маленькое питает. Заколебался своим казакусом. Пожалуйста. Ой, ну иди в сраку, а. Подожди. Да говно, не, я не верю. Делаем так. Тихо, главное сейчас не проебаться. Бля. Давай, быстрее, думай! Тихо. Думай, Джонни, да, думай. Джонни, думай. Ты дурак? Джонни, думай. Мало времени, Джонни. Джонни. Ты че, охерел? Все, главное сейчас не проебаться. Просто сейчас самое главное не проебаться, на таком просто волоске играю. Осторожно. Ты ебантес! Нет. Ты ебантес. Почему? Потому что, братан, у тебя огромный шанс меня выиграть, у меня хилов вообще нету. Так. Я тебя уж давно убил, если бы не твои хилки. Ну давайте сделаем так. Да, давайте. Ты же дебил, что ли? Ты серьезно? Жесть. Все, сейчас просто, я не знаю. Сейчас что-то такое должно произойти, что... Хуй знает, короче. Ну? Я уж очкую, блядь. Ой, блядь. Ну-ка. Ладно, насрать. Давайте сделаем эту игру покруче. Может быть, я просру, но я должен это сделать. Иди нахуй, блядь! У меня аж вылетело!